Шарик не умеет плавать, стоит об этом помнить. Прыжок, отлично. Так, ребятки, вот давайте уничтожим квадрат. Все, отлично. Так, давайте. А перед просмотром этого видео обязательно подпишись на мой канал. Также рядом с подпиской есть колокольчик, нажав на который вы будете получать уведомления самыми первыми. И, конечно же, не забываем ставить лайки. Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Вечное Детство, с вами, как всегда, Юра. И сегодня мы будем играть в Red Ball 4, ребятки, или Красный Шарик. Так, ребятки, ну что ж, в эту игру мы с вами играли очень-очень давно, я уже и не помню, что мы здесь с вами, собственно, и делали. Так, ну что ж, давайте, собственно, перейдем к нашей игре, посмотрим, что нас здесь ждет. Игрались-игрались Красные Шарики, и тут что такое? Красный квадратик сказал, что черный квадратик. О, ребята, красных шариков перетворяют на квадратиков, ребята, и хотят сделать квадратную планету. Нам надо сделать все возможное, чтобы квадратик, ребяточки, не победил. И уничтожить всех квадратиков, которые были, когда были либо созданы на этой планете. Ну что ж, ребятки, поехали, погнали. Покатились. Опа, отлично, звездочка есть. Отлично, раз звездочка, два звездочка, отлично. Буль-буль-буль-буль-буль, круто. Вот, звездочка есть, вторая, отлично. Так, тихо, ребяточки, давайте вот так вот. Вот так вот, супер. Эй, дайте мне выскочить, пожалуйста, наверх. Ой, отлично. Все, ребяточки, первый уровень мы с вами с легкостью прошли. И, ребяточки, наступил второй уровень. Отлично. Так, ребятки, нам надо уничтожить вот этого злого квадратика, который туда-сюда, ребяточки, вот так вот, давайте. Опа! Отлично, ребят. Так, теперь подвигаем вот этот ящичек сюда на платформу. Выскакиваем. И вот, ребятки, чекпоинт. Отлично, чекпоинт мы заработали. О, забрали мы, ребяточки, звездочку. И, собственно, забираем, ребяточки, вторую звездочку. И прокатились. Отлично, ребят, третий уровень. Второй уровень мы с вами прошли. Он более... О, ребятки, можно утонуть. Шарик не умеет плавать, стоит об этом помнить. Прыжок. Отлично. Так, ребятки, вот давайте уничтожим квадрат. Все, отлично. Так, давайте. Так, пошли. Ой, ребята, а здесь, оказывается, я не могу выпрыгнуть, да? Нет, никак не получается. Давайте назад. А, все, понял, ребят. Мне надо, наверное, вот так вот его... Вот так вот. А теперь надо убегать. Вот так. Теперь надо прыгать. Вот так вот, ребяточки. Отлично. Ой, взяли. Вау! Вы видели, ребят, как мы его уничтожили с легкостью. Я не понял. О! Вот так вот, ребяточки, надо. И выскочить тоже надо вот так вот, наверное. Паум! Отлично. Все, ребяточки, пятый. А, нет, четвертый, я думал пятый. Четвертый уровень, ребятки, у нас уже начался. Так, ребята, для того, чтобы, наверное, взять звездочку, мне же надо... А, нет, так я не доскочу. Давайте заберем эту звездочку. У ребят черный квадратик, вы видели? Давайте, наверное, вот эту машину поставим сюда. Вот так вот, отлично. Вот так вот, супер. Так, ребяточки, ой, аккуратно, черный квадратик, ребятки, надо его... Вот так вот, уничтожили. Так, ну, собственно, здесь, ребятки, тоже нужно быть более аккуратным, потому что на мосту можно упасть. Так, а здесь что? Толкаю. А, уничтожили, мы видите, камень бросили. А дальше что, как же мне сюда, ребятки, наверх выпрыгнуть? Я не знаю. Так, загнали в капкан мы, ребятки, черный квадратик. О, вот, ребята! Давайте. Вот он, этот ящик, с помощью которого мы с вами и запрыгнули очки наверх. Отлично, ребят, просто супер. Вау, вот это да. Тихо, ребят, давайте столкнем его в воду, пускай утонет, наверное. Вот так. Ха-ха-ха, утонул. Ой-ой-ой, тихо. Самое главное мне, ребятки, не упасть, потому что я тоже утонул. О, ребятки, посмотрите, какой мостик. Мостик, который сам двигается туда-сюда. Так, а куда же нам теперь прыгнуть-то? Надо быть более...
более бдительным, более внимательным, чтобы не провалиться. Опа. Все, ждем. Сейчас мы поедем в другую сторону. Отлично. Отлично, прыжок. Опа, круто. Супер. Так, что ж здесь, ребятчики, нас ждет, а? Ой-ой-ой, какой ты злой, а? Ого, ребят. Он, наверное, с рогами. И... Ой-ой-ой, меня лифт, ребятки, прижал, и мы потеряли жизнь. А нет, ребятки, рога нас не повредят. Мы просто-напросто... Давайте, ребятки, заберем вот эту звездочку. Для того, чтобы ее забрать, ребят, нам надо вот так вот сделать. Я перелетел, даже так сказать. Давайте еще раз. Опа! Отлично, ребят, звездочку мы собрали. Четвертый уровень довольно-таки, ребятки, уже непростой. Уже начинаются некоторые трудности, с которыми нам приходится сталкиваться. Но, тем не менее, ребят, мы не сдаемся и попытаемся пройти эту игрушку. Так. Опа. Опа. Ребята, нет-нет-нет-нет-нет. Я сделал... А как же мне теперь назад? А назад никак, ребят. Собственно, нам придется, ребятки, потратить жизнь. Буль-буль-буль-буль, утонули. И надо вот так вот быстро. Раз. Вот так вот быстро. Два. Отлично. Все, теперь шарик довольный. И мы не проиграем. Отлично. Поехали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вау. О-о-о, ребята, вы видели, как мы его уничтожили? Прикольно, да? Это было, конечно, ребятки, круто. Так, давайте. Наверное, нам нужно запрыгнуть, ребятки, наверх. Давайте будем толкать. Вот так вот. Теперь в этот ящик. Вот, отлично. Вот что мне нужно было. Так, раз, два, три. Вот так вот. Вот так вот. Замечательно. Так, ребятки, седьмой уровень. И что здесь мы видим? Видим мы буквально следующее. Что нас пытаются, ребятки, съесть. Злые квадратики, но мы не сдаемся. И пытаемся, ребятки, победить. Вау. Нет. Нет, не так. Как же мне быть? А вот. Все, понял я, как это работает. Нет. Смотрите. Выпрыгиваем. Перекатываемся на эту сторону. Теперь на эту и прыжок. Отлично. Чекпоинт мы забираем. Ауч. Укусил квадратик. Давайте его вот так вот уничтожим. Отлично. Поехали дальше. Погнали. Ну что ж тут такое-то, а? А, это лифт такой, ребят. Все, понял. Это не лифт, это такая у нас пропускная способность. Вот так вот. Отлично. Замечательно. Теперь сюда прыжок. Отлично. Вон злой квадрат. Вот так вот мы его сразу уничтожим. Ребята, вот. Опа, звездочек, отлично. Все, ребятки, уровень 8 уже у нас. Так, ну что ж, неплохо, да? Так, давайте, наверное, вот так вот сделаем. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой он злой, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой, ребятки, я помер, так. Вот так. Отлично, так, поехали. Опа, прыжок. Опа. Ребят. Так, а что это такое за молоток? Вот так. Его уничтожили мы. А нам как? Ничего не понимаю. А, нам вот так вот просто, да? Ну что ж, неплохо. Так, давайте вот эту штучку сюда поставим. Или как? Нет. Вот эта моя штучка, наверное, по-другому нужна. А, все, я понял. Вот так вот, наверное, надо, ребят, было сделать. А теперь нужно толкать это все. Давай. Бах! Вот так вот, отлично. По законам физики у нас ящик упал. Теперь сюда, и теперь нам надо осталось. А, вот, ребятки, так оказывается.
А я думаю, как же... А нам нужно на мельницу, ребятки. Вот так вот. И теперь вот так. Отлично. Так, ребятки, ну что ж, уже 9 уровень у нас. Вот так вот мы уничтожаем с вами с легкостью черных квадратиков. Так, а теперь что мне делать? Так. Теперь давайте, ребятки. Ой, нет, ребятки. Мне нужно было... Так, давайте вот так. Давайте вот так вот сюда. Теперь нужно вот эту штучку двигать. Вот. Теперь нужно вот эту штучку, ребятки. Вот этот ящик теперь нужно двигать сюда. Вот, отлично. Отлично. Я так думаю. Тихо-тихо-тихо. Отлично, просто супер. Да, ребятки, конечно же, далеко. Подождите. Так, теперь давайте, ребятки, как-то с вами, наверное, немножко сделаем разбавочку. И подумаем, как же все-таки мне нужно прыгать туда. А, мне, наверное, надо вот так вот. Вот, поднять вот эту штуку, ребят. Вот, вы видите, она поднимается. А как же мне ее поднять правильно? Вот, ее надо вот так вот крутить, ребята, смотрите. Хоп-па. Хоп-па. Не так быстро назад, да? А это максимум, куда я могу, да? Все. Тихо-тихо-тихо, не падай в воду, отлично. Опа! Ой-ой-ой-ой-ой, ребяточки, утонули, утонули, утонули. Так, ребяточки, ну что ж, ребят, на этом мы, наверное, будем заканчивать. Дошли мы, ребятки, уже до 9 уровня. Будем 10 проходить уже в следующий раз. Если тебе понравилось это видео, обязательно подпишись на мой канал, поставь пальчик вверх и напиши какой-нибудь комментарий. Ну что ж, дорогие друзья, мы сегодня играли в Red Ball 4 или Красный Шарик. Ну что ж, ребяточки, с вами был, как всегда, Юра. Пока-пока.